Начало 78 года, мы с мамой приезжаем в Минск. Ну, тоже, скажем, нас не сильно ждали там. Какая-то гостиница где-то там на отшибе. Вот, значит, там первый день, я помню, пытались где-то пообедать. Вот, в какой-то столовой оказались. Ну, в общем, ну, условия для игры были не идеальными. Но настроение было хорошее, на самом деле. Вот, хотелось попробовать себя вот в этом, вот в больших шахматах. Напомню, на открытии мы сидим, там, значит, ну, жеребьевка, вот, и я, в общем, могу, конечно, плюс два, такой турнир сильный, там, фамилии переселяют, uh-huh. шахматистов, это будет непросто набрать, вот. Uh-huh. А, на меня тоже смотрят таким интересом все, значит, ну, как, ну, так вот, кто-то приехал, там, талант, молодой, ну, вообще непонятно, чего ждать, uh-huh. вот. А, ну, и турнир начинается, и, конечно, старт уже, по существу, определяет, и отношение ко мне, и главное, что вселяет в меня окончательную уверенность, что на правильном пути. То есть, в первом туре играю с Юфером. Он очень сильный мастер, теоретик, был тогда чемпион вооруженных сил СССР. Mm-hmm. Вот. Начинается теоретическая дуэль вот, в старандийской защите. Но я, к удивлению Юферу, оказывается, к ней хорошо готов. Значит, тогда очень модный вариант разыгрывается. Вот этот, один из главных вариантов, такая табе старандийской uh-huh. защиты. Значит, Юферов играет здесь конь Е1, конь Д7, конь Д3, Ф5, как бы слон Д2, конь Ф6, Ф3, Ф4. Такая вот, значит, Ц5, Ж5, как бы, да, здесь. И CD, дальше... Да, CD, он да, и здесь, значит, да, значит, вот здесь, там мы... много белых возможностей, но Юферов как бы выбирает вот этот план белых. Значит, надо защищаться от наступления на королевском фланге и, естественно, разваливать черным на ферзевом фланге. Ну, сейчас, по-моему, какой-то ладья С1 чаще белый ходит, в принципе, значит, да, вот. Но идея, что можно попробовать поставить другую ладью на С1, как бы, значит, чтобы вообще, как бы, ну, сохранить все фигуры здесь, как бы. А противодействовать наступлению черных можно просто, как бы, поставив коня на F2 в итоге. Ферзь, слон, конь, пешка F3, пешка на H3, ну, 5 ударов. Ну, G4 черные же не пойдут, в принципе. Да. Столько они не соберут, в принципе. Черные проводят свою расстановку, глигоричевскую, вот, коня, uh-huh. подставят коня на G6, ладью на F7, слон на F8, ладью на G7 и начинают двигаться здесь. Ну, вот. И Юферов проводит план, как бы он стал тогда в тот момент модный, и Юферов предполагал, что, видимо, я вообще не знаком с последними веяниями моды. Uh-huh. На самом деле, ровно это я анализировал. У меня был какой-то шахматный журнал, где я это смотрел, Никитин мне его прислал. И я, в общем, уже имел собственную идею, которая в партии будет реализована. Значит, там CDCD, конь F2, по-моему, да? Да. CDCD, конь F2, да. Ладья, конь G6, угу. Да, конь G6. А4. Ладья F7. Тут все просто, да, ферзь C2. Конь B5. А, конь B5. Конь B5. H5. H5, H3. Да, угу. H3. Вот. Слон F8. Ферзь C2. Угу. H6. А6, конь А3, да? А6, конь А3. Конь А3, да. Ладья G7, ладья FC1. Вот. Ну, вот здесь уже, в принципе, можно было переходить, как бы... Я пошел конь H4, да? Uh-huh. Конь H4, ферзь D1. Да, ну, вот план... Как бы свои действия выполнены, значит, в принципе. Uh-huh. Значит, белые поставили фигуру, как хотели, значит, они готовы, значит, к плану конь C4, слон А5, в принципе, uh-huh. значит. Надо черным что-то делать будет. Но, опять, G4 у нас ударов раз, два, три, четыре, а у белых пять. Вот. Как пробить, непонятно, в принципе, значит. Потом, кстати, там Полугаевский будет там усовершенствовать идею, он все-таки будет оставлять ладью эту на F1 и ставить слон E1 еще, чтобы там коня предстоит убрать. Но ладью будет на F1 легко держать, Сталя, мальчик, да, на всякий случай, как бы. Mm-hmm. Потому что это, на эту игру времени не хватает. И эта партия во многом, как бы, стоит определяющей, хотя я даже не знал, что уже была партия сыгранная. Ну, тогда все-таки информация не так быстро путешествовала. Mm-hmm. А, идея с жертвой коня, на самом деле, она уже фигурировал. Теперь вот в этой позиции, значит, я пошел слон D7. Вот. В какой-то...
Да, значит, я хочу проводить свою идею с G4. На самом деле, уже здесь G4 можно было пойти. Если я правильно понял. Да, правильно, да. Здесь можно было пойти G4. Вот. Да. Уже здесь можно было сыграть G4. Вот. И ту же идею жертвы коня проводить потом. Потому что черные должны... Конь F3 здесь какая-то. Вот, ну, потом, вот, после развития. Да. G4, значит, если там FG, FG, HG, по-моему, слон бьет G4, да, здесь? Слон да, G4, да. Конь G4, конь G2. Вот так можно ходить, в принципе. Но я тогда нацелился на идею с конь G2, значит, как бы, значит, и я начинаю с хода слон D7, но он не самый, видимо, здесь, как бы, лучший. Вот. Он пошел... Конь C4? Конь C4 пошел, да, значит, здесь. Да. Ну, здесь уже надо двигаться. Грозит слон А5. Слон А5, конь B6. Значит, я обязан двигаться здесь. G4. Тогда, значит, у нас FG. G4, АЖ, АЖ, ФЖ и конь G2, да. Да, я бьюсь на G2, значит, да. Значит, да, значит, да. Надо было бить конь G4 сначала. Да. Надо было бить на G4 конем, потому что тогда, в принципе, если конь G4, то можно бить на G2, в принципе, конем. А если слон G4, то можно брать ферзь G5 ходить. Я-то считал, что это не имеет значения, и на самом деле оказалось, что значение имеет, потому что я пошел, значит, в этот момент конь G2, я был доволен очень. Это моя подготовка была, в принципе. Значит, мы здесь жертвуем, значит, потом жертвуем, ферзь выскакивает сюда. Причем мы играли довольно быстро. Как бы. Ну, в какой-то момент уже начали задумываться, но как бы все равно для того времени, там, это вот такая длинная теория была, Юшеров, конечно, был, ну, скажем так, он был сильно удивлен вообще, потому что ну, после хода конь G2 он погружается в раздумье, но находит фактически опровержение варианта, потому что после конь G4, слон G4, слон G4, Юфиров побил ферзем на G4. Побил ферзем. Я побил, и, в общем, выясняется, что все не так просто. На самом деле, надо черному что-то делать, потому что если белый консолидируется, то будет плохо. Нехороший, неудачный. Неудачный ход сделал я здесь, да. Ну и здесь вот, здесь могли проблемы. F4, да, лучше. После ладья С8 могли, по-моему, чуть ли не король F3 ход, да, здесь? Да. Потому что конь H2. Конь H2, да, а король F3 был сильный ход. Очень сильный ход, король F3, такой неожиданный, вот так, как начать консолидироваться. И на ферзь H4, по-моему, чуть не ладья G1, да, здесь? Ферзь H4, ладья G1. Ладья G1, ферзь H3, король E2. Да, и, это, и, бел, и, бел, убегает, и бел, да. И белый консолидируется, да, атака захлебывается. Но такой, но придумать это, ходы, да, король F3 и ладья G1, он делает самый естественный ход конь H2, на который я рассчитывал, в принципе. Как бы. Значит, он, ну, пытается опять выстроить блокаду. Но здесь один нюанс, я уже вижу. Дело в том, что конечно, хочется коня поставить на F3, на блокирующее поле. Но проблема основная белых – это пешка E4. Слабая. И если ферзь на нее нападет, то, скорее всего, он может как-то рухнуть. Поэтому я уже у меня в голове уже складывается. Я уже вижу. Потому что если это падает, то дальше как бы... Пока у белых материальный перевес. Но вот, как говорится, потеряв это, они потеряют все. Значит, и я пошел из ладья C7, что, по-моему, тоже был, да? Нет, после коня ферзь H4. Ферзь H4, да. Ладья C3, да? Да. Ладья C3. И ладья C7. Ладья C7, да. Хорошо. Ладья C7, да. Вот. Ну, то есть он как бы играет естественно, вот, но черные тоже делают свои ходы. Юферов-то уверен был, что все в порядке. Ладья G1 здесь. И вот здесь как раз вот ровно то, что, как говорится, я задумал. На секунду, вот у белых все вроде хорошо. Материальный перевес у белых. Да. Пусть ферзь H7, пойдется проигран. Вот она. Падает центровая, ну, а с тремя связанными вопрос будет решен, потому что ферзь, король открытый. Вот, скажем, конь G4 белый не успевает пойти, потому что ферзь G6, просто фигуру теряется здесь. Вот. Поэтому надо отдавать пешку. Или Юфер уже после долгого раздумья с горя играет слон бьет F4, Е, конь D2, пытаясь построить крепость. То есть как бы, вот, он отдает слона за пешку, но надеется, что, может быть, удастся как-то, используя там мою неопытность, построить крепость. Ну, в общем, это все как бы неудачно. Я, по-моему, пошел здесь ферзь D7, я сказал, здесь, кажется. Да? Ферзь D7. Ну, дальше не будем всю партию смотреть. Я, в общем, выиграю партию достаточно уверенно. Там он будет сопротивляться очень упорно. Ну, в итоге, в общем, ферзь скажется, в общем, и черный выиграет партию. Такой был большой сюрприз, потому что дебютная подготовка, вот очень сложнейший миттельшпиль, причем как бы обоюдная игра, и потом еще достаточно хорошая, уверенная реализация преимущества. И белыми играл один из лучших мастеров белорусских. Вот. Первый тур. Во втором туре я играл со старым мастером Ройзманом. Вот. Но эта партия тоже, она для стиля характерная. Очень понравилась Ботвиннику. Хотя, конечно, она не ботвинниковская партия, но она понравилась. Значит, я играл белыми. Значит, там
вариант. Вариант Берда. Ну, вариант, конечно, так себе. Вот, значит, конь d4, ЕД. Рокировка. Слон c5. d3. d3, да. d3, c6. Слон c4. Слон c4. Здесь, в принципе, на слон c4 d5, в принципе, скорее всего, уравнивает партию. Скорее всего. Угу. Вот, об черных. Нормально. Хотя сдвоенные пешки, но позиция достаточно, как бы, так, устойчивая. d6. Ну, я тут решил вот агрессивно сыграть. f4. Угу. Конь f6. e5. Вот. Сразу. Да, сразу. Да, ну, я так играл в шахматы, атаковал, угу. Как бы. Здесь вроде бы, я не знаю, конь d5 могли черные пойти. Да. Могли пойти. Осторожнее. Осторожнее, да, было, в принципе. Конь d5, вот. Ну, слон d5, там, cd, ну, такая позиция. Я думаю, что примерно. Мне кажется, может, даже, я не знаю, у белых получше, может, кто взять конь d2 пойти, ну, не знаю. Ну, в общем, конь d5 надо было пойти. Что там я там указывал? Конь d5. Да, конь d5 лучше, да. Да, конь d5. Yeah. Ну, он пошел de здесь, значит, ну, естественно, слон bd7, король f7, fe. Вот. Ну, с другой стороны, кажется, что черных может быть не так плохо, что ферзь на d5 выходит, как бы вот, образовался. Uh-huh. Вот. Ну, конечно, король там немножко ослабленный, но с другой стороны, что белые могут сделать? Конь d2, ладья g8, конь e4, слон e7, черные там закрепились тоже. Ферзь f3. Ферзь f3, да, по-моему? Слон f4. И слон f4. Слон g4. Нет, слон f4, ладья g6. Ладья g6. Ферзь f3. Ферзь e2. Ферзь e2, слон g4 все равно. Да. Ферзь f2, ладья g8, да? Да. Ладья e1. Ну, такая прошла мобилизация. То есть, как мы мобилизовались, он мобилизовался. А, ну, кажется, что не так плохо, но на самом деле это давление иллюзорное. Вот, а все-таки вот это более серьезный фактор. Как бы, вот. А, черные пошли, аж пять, помню, аж пять пошли. Ну, понятно, он пытается, как бы, на случай, там, если белый g3 где-то будет хоть двигаться, пешкой двигаться. Но здесь, по-моему, слон g3, допустим. Слон g5, это вы пошли, да? Я пошел слон g5. Да. Вот. А сильнее было... По-моему... Нет, это сильнейшего. А, слон g5, да, слон g5 да. Еще, да. Ну, так вот, то есть, с этого момента начинаются такие ходы, значит. Я пошел слон g5, вот. А, ну, бить нельзя, ладья g5, законе f6. А, и черным надо как-то, в общем... Какие-то решения. Да, какие-то решения принимать. Значит, ну, с другой стороны, опять все равно давление сюда сохраняется еще. Вот, а, значит... Ферзь d8. Он пошел ферзь d8. Вот. А вот здесь слон h4 надо пойти. Самое простое. Мне кажется. Да. Просто слон h4 пойти, на самом деле, пойти достаточно тяжелая у черных. Потому что слон перешел сюда, как бы даже конь может при случае отойти сюда, в принципе. Здесь давления здесь нету, а здесь, в общем, все это начинает потихоньку сказываться. То есть вот после слона h4 был бы, наверное, очевидный перевес у белого. Но тут у меня другие идеи. Тут. Я тут вообще тут задумал полотно создать целое. Я тут ферзь f4. Вот. Ройзман был доволен, потому что ему кажется, что сейчас я явно палку перегибаю, слон e6, черный уходит. Вот. Теперь уже давление по линии g ощутимое. Вот здесь, по-моему, тоже можно уже три, по-моему. Ну, так вот и надо играть. Сейчас бы я точно так сыграл. Как бы, да. Но тогда у меня тут уже как бы, вот, в голове какая-то как безумная идея. Сейчас надо ее... Я, значит, играю h4. Значит, защищаем слона, значит. Вот. Черный ход слон d5. Ну, и тут и вот я делаю ход, который очень Ботвиннику понравился. g4. Понравился, да? Да. Ну, вообще сыграть от короля вообще так. h4, g4. Да. А человек коллапснул просто сразу. Схода g4 просто. Вот, ну, так не привыкли играть все-таки в шахматы. Вот, что, вот. Во-первых, все фигуры все идут вперед. То есть посмотреть, вот все фигуры напор, двигаются. Напор, да. Да, постоянно. Вот, как бы, вот во многих партиях, которые мы уже смотрели, будем смотреть, это постоянное движение вперед фигур. Как бы, вот они постоянно нападают, они создают новое напряжение. Но чтобы вот так пешками пойти... Там в Советском Союзе вообще не играли. Ну, да. Нет, ну, может быть, Такталь еще играл, как бы, но, в общем... Не, я имею в виду, что тогда все-таки уже какой-то вот на основе, ну, и под влиянием Карпова, и наверное, вообще... Но, в общем, более классические уже шахматы стали такие. Это было как бы, явно не вписывалось, как бы, в представление о том, как можно играть в шахматы, в общем. Да. А, я говорю, Ройзман в полном шоке находится. Просто он смотрит на доску, не понимает вообще, как что происходит. Что происходит здесь, да. Ну и дальше проигрывают черные очень быстро. Другое дело, что здесь там ход ладья h8 был, который позволял удержаться. Ну, это же это... Так, ну это, значит, ну это уже компьютер просто, да. Да. Все, ход король g7, ну тут все быстро. GH, да.
FG, ферзь E5, шах. Там король H6, AG, GH. И ладья F5 еще. Закончил. Ладья G6, король H2. Да? Все, черные сдались. Опять король H2. Да, просто все кончается матовыми конструкциями. А, так, ну, какие-то сомнения после второй партии там у людей уже исчезают. Понятно, что это не то, что они ждали. Вот, но тем не менее, как бы, ну, хорошо, все-таки атака, все, посмотрим, что сейчас будет дальше. И вот третья партия, самая оказалась впечатляющая, я играл с Шерешевским. Uh-huh. Он такой очень, тоже сильный мастер, тренер, кстати, прекрасный, вот такой, много методических книг написал таких, о том, как надо работать, изучать шахматы. Значит, он подошел очень хитро, значит, как бы, к партии, значит, он очень осторожно играл, значит, все стало ясно. В лобовом столкновении не надо. И он начинает играть медленно. d4, конь f3, слон f4. Угу. Вот, очень потом хитро пожертвовал пешку мне, в общем, в позиции, когда, в общем, я ее зачем-то... Ну, лучше было не брать, у меня была отличная позиция, но я что-то взял пешку. А, получает сильную инициативу, вот потом даже вторую пешку жертвует. Дальше начинается такая перепалка, он, в общем, выпускает, кстати, выигрыш. Компьютер потом покажет. Mm-hmm. Это как бы в тот момент человек как бы до этого не додумался. Я даже предложил ему ничью, вот, но он считал, что он выигрывает форсированно, значит, как бы упустил, пропустил, значит, тактику мою. И я потом довольно уверенно довожу партию победы. Ну, опять, анализ компьютера показывает, что он мог сыграть сильнее, я мог сыграть сильнее, но важно же не то, как бы, что покажет своим компьютер, а как люди воспринимают со стороны. Со стороны это было просто... Что вот там потом серия ходов просто идет, просто ничего тактически. Uh-huh. Причем я довольно быстро уже исполнял как бы все это. Вот. И вот этот напор снова вдруг в конец партии, это тотальная доминация черных, просто вот он был, ну, я не знаю, сказать, что в шоке, это там, это будет преуменьшение. Недостаточно ярко описывает как бы его состояние. Мы возвращались, я помню, в трамвае там ехали, холодно там, январь. И он смотрит на меня, вот как бы, вот, и вот он. Вот я все-таки вот не понимаю, а как ты мог не выиграть первенство мира? Как с такой игрой можно не выиграть первенство мира вообще? Ты же какие-то там, ну, до 17 лет, что это такое? Вот это? В общем, все как бы стало ясно. Понятно, что, так, что я, конечно, стану мастером в этом турнире. Но интересно, что будет дальше просто. Четвертый тур, кстати, я проиграл партию, значит, тоже староиндийской, там, тоже сильного мастера, додышка. Играл не очень хорошо, как бы, на самом деле, эмоции переполняли. А потом еще три партии выиграл подряд. Показательная партия была с бегуном в седьмом туре. Я сейчас даже не уверен, как точно мы исполняли это. Вот, значит, она очень короткая партия, просто, значит, вот конь c6, слон d3, слон e7. Рокировка. Значит, я побил на d5, значит, пошел ферзем, d5, e4. Ну, если надо ферзь h5 ходить, вчера хорошая позиция, так со мной играл Хертерсон в 1989 году. Пошел ферзь d8, или можно еще ферзь d7 ход сделать, потом ладья d8 пойти. Ферзь d8 самый плохой ход. dc, слон c5, e5. Вот, слон e7. Ферзь e2. Я пошел, если... Сейчас я просто... Конь b4. Слон b1, по-моему, я пошел здесь. Я даже до конца не уверен, как было там у нас. Слон d7. Ферзь e4. Я сейчас просто пытаюсь вспомнить, как я здесь атаковал. Слон b1, слон d7, а3, конь d5. Ферзь e4, g6, слон h6, ладья e8, h4. Ферзь b6. h5. Вот. Ферзь b2, я хотел ходить ладья a2, потом ферзь b6, ладья d2. Mm-hmm. Продолжается как-то атаку. Значит, он уходит f5 здесь. Просто партия показательна, потому что как бы идет, вот как я играл, да, в манеру. Mm-hmm. Все вперед, значит, вот так. Значит, f5, черный ходит. e, в конь f6. Вот он, ну, как бы считает, ну, вот все, значит, сейчас. Укрепился. Ну, он атаку отбил, сейчас пешку забирает. Ферзь e1, конь бьет h5, конь e5. Слон b5, слон g6. Наш же ферзь b1 или ферзь e4. Uh-huh. И мат.
Уже мат? Ну, а же ферзь Е4 мат. Не, а же ферзь Е4 я понимаю. Да, если... уже мат. Он пошел конь F6, слон бит H7. Чтобы вообще просто никто не волновался. Король H7, ферзь Б1 мат. Просто так вот, вот, вот. Взял ферзь Е4 мат. Вот такая показательная партия, потому что борьбы уже не было вот с этим, со средними мастерами. Вот, вот заканчивалось все вот так. Неважно даже, мог взять на Б2, он там как бы... Но они просто не выдерживали вот этого вот напора. Вот, просто, вот так вот фигуры. А, и уже главное это вообще вопрос, а могу ли я турнир выиграть? Потому что все-таки все считали, выиграть Купрейчик. Ну, это все-таки там, международный мастер, участник там финалов первенства СССР. А у нас партия с ним была такая, значит, я имел перевес, но потом в Эншпиле я наиграл. В общем, должен был, скорее всего, близко поражение было. Ну, устоял. Вот. И я все время я опережаю его, как бы вот за два тура до конца, я там еще там выиграл пару партий, я за два тура до конца я на полтора очка впереди. Ну, а я в 16-м туре проигрываю черными снова мастеру Мочалову. И в 17-м туре, значит, я последний тур, значит, я играю с Лутиком, Купрейчик с кем-то из аутсайдеров. Ну, в общем, он ясно, что выигрывает. У меня первая партия с гроссмейстером. Вот, кто-то там из там, этих людей маме сказал, ну, знаете, гроссмейстер, в общем-то, настроен миролюбиво сегодня. Вот, как бы, ну, я вообще, я об этом ничего не знал, как бы, мне это было как бы все равно, потому что я-то пришел-то играть в шахматы. И хорошая партия, вот, получилась такая боевая напряженная партия, я ее выиграл, становлюсь мастером спорта уже. Никитин говорит, ну, вот, видишь, вот как хорошо получается все. Не на соплях стать там на плюс два, а так вот плюс девять набрать. Вот так и надо. Вот это результат, да. Но опять важно не только количество очков, а то, что было что показать. Я приезжаю к Ботвиннику, последняя сессия школы в Подольске у нас была, вот на этой базе. Последняя в смысле? Последняя сессия, ну, потому что финансирование школы прекратили, как бы, да. Потом она возобновится уже после 85-го года, когда я стану чемпионом мира. А в 78-м это будет последняя сессия, и он мне говорит, ну, уже тебе, значит, пора ассистентом стать. Значит, да, вот, я был очень гордый. Вот тогда, значит, что вам 14? Мне 14. 14 лет? Да. Причем в 14 лет вас взял ассистент? Да, но я уже, понятно, я играю, очень хорошо играю в шахматы. Отдельно мы смотрели наши мои партии, то есть как бы я уже начинаю как бы там на равных анализировать вот это. Наверное, мне кажется, это еще был такой момент. Ботвинник хотел как бы добавить, чтобы мне психологической уверенности вообще, что вот уже все. Вот, он тонкий был человек. Я перехожу на новый уровень. То есть уже как бы уже на равный уровень. То есть понимаю, что впереди на самом деле уже есть там, перспектива. Ну, опять, никто не знал, как все сложится в ближайшем будущем, но после Минска сомнение, что там я стану гроссмейстером достаточно скоро. Я уже реально играл на гроссмейстерскую силу. Партии, которые мы смотрим, это реально там... Понятно, рейтинга еще не было, потому что там с рейтингом проблемы были, но качество партии, оно, в общем-то, было, ну, как сегодня говорят, гроссмейстерским. Мы начинаем подготовку вот к Даугавпилсу, этот отборочный турнир. Тогда такая была многоступенчатая система. Это чемпионат СССР. Чемпионат СССР, ну, реальный чемпионат СССР. Мы готовились к турниру этому, но, в общем, понятно, что никто о первом месте думать не мог. Там одно место попадает в финал. Финал сразу, а семь следующих попадают в первую лигу. А вот Никитин сказал, что ну как, надо в первую попадать в лигу. Я думал, что там. Мне, говорит, надо попробовать. А что такое, в принципе? Ну да, конечно, это не будет непросто. Будет это такой челлендж, но надо попробовать. По силам это. Мы приезжаем туда, значит, там мама, Никитин, я, значит, ну, турнир, понятно, очень сильный. В первом туре я играю с гроссмейстером Панченко. Ну, там уже будут все гроссмейстеры. Почти все партии будут с гроссмейстерами. Вот как бы у меня. Интересно, что когда ему показалось, что ситуация чуть стабилизировалась, мне предлагают ничью. Вот на это наношу решающий удар. То же самое будет с партией с Палатником, кстати. Вот, я даже как бы не отвечаю, просто там на меня бью комбин G7, просто, значит, когда вот он. Значит, выиграл у Панченко. Во втором туре тяжелое испытание, играл с Холмовым. Старый гроссмейстер еще, да. Фишер Холмов, да. Да, Фишер играл в финале первенства СССР в 49-м году еще просто, вот. Такой был самородок. Вот.
игравший спокойно, позиционно. Я там сыграл защиту каракан, не лучший выбор был. Он, конечно, никуда не полез, ни в какие там H5, какой-то простой план, так как бы, и переиграл меня. Я там вроде защищался раньше, ну, почти казалось бы ничья, но очень-очень тонко выиграл, в общем. Ну, уже урок получил, преподали. В третьем туре, значит, меня жребий свел с Ростиком Корсунским. Ну, тут старый у меня товарищ. Уже, да, старый товарищ. Тут у меня была, в принципе, заготовка, потому что он играл вариант Шенгена один. Значит, там новинка была, которая, значит, в информаторе появилась. Значит, мы ее разработали немножко больше, там, значит, с временной жертвой. Ростик сопротивлялся. На самом деле, близок был к ничьей, но, в общем, не удалось спастись. Ему там в конце такая экзотическая позиция. У меня два лишних коня, ладья, два коня против ладьи. Но два коня не мотают, но ладья, два коня, естественно. В общем, выиграл Ростика. В четвертом была партия с Николаевским. Очень показательная партия тоже. Длинная комбинация. То есть, причем у меня вроде опаснейшая позиция, ну, по большому счету, плохая, пусть и дебюта получается. И у Белого была возможность поставить меня перед парабеллом неразрешимыми. Но Николаевский соблазняется как комбинация. И я вижу до конца там 13-ходовый вариант с форсированной ничьей. Он дважды как бы приставал, потому что ему казалось, что он выигрывает, да. А я отвечал в темпе блиц. В общем, важный момент был. Я был очень горд, потому что все-таки сильный мастер. А главное, что четкий расчет вариантов там. И сразу вижу сразу финальную позицию, как бы там. Главная ветка — 13 ходов. Как бы я, в общем, быстро считаю до конца. Там, буквально там несколько минут, и я вижу все, что происходит. Ну, 2,5-4, так себе иду, но доволен игрой своей. Вот. А потом Сумбатова выиграл Путяна очередной раз, как бы там как-то совсем без игры. Потом партия с Цетлиным, с ленинградским мастером. Он очень хотел выиграть, перегибает палку, в итоге он проигрывает. Вот. И неожиданно у меня там уже там какие-то приличные очки, там 4,5-6 вообще, в лидерах уже. Вот, почти. И партия с Семеном Палатником. Она была вообще одноворотней. Но тем не менее, все равно, как бы, я играю с гроссмейстером, он лидирует турнир, у меня 4,5, как бы у него 5 очков. Вот, значит, ну, он любимый вариант, это одесский вариант, защита Алехина. Вот, естественно, они там все это разрабатывали, значит, и он, и Лео Альбурт. Слон c4, конь b6, слон b3, значит, слон g7, конь g5, значит, как бы, да, здесь. Значит, ну, я к этому варианту готовился, все играли d5, а одесситы, значит, начали ход e6. Порядок чуть другой, там, после конь b6, слон b3, a5, он... Он пошел опять a4, да, опять a4, да, опять a4, да. Слон g7, конь g5, да, и здесь ход e6. Здесь ход e6, да, в принципе, значит, да. Новинка. Типа, да, для меня, значит, я начинаю думать, там, ферзь f3, что-то вот не получается, пошел f4 здесь. Но я начинаю довольно уверенно играть. Значит, он бьет de, fe, c5, рокировка. Нет, c5, рокировка. Да, рокировка. Здесь рокировка. Да. c3. И здесь все не допускают серьезную ошибку. Он вместо того, чтобы бить на d4, и потом играть конь 6, он уходит конь 6 сразу. Вот. Ну, тут, конечно, естественно, сразу конь e4. И выясняется, что после cd слон g5 там просто катастрофа, значит, наступает. А после конь d7, как бы, белый тоже, в общем, начинает сразу. Слон e3, я укрепляю слон e3 сначала. Вот. А уже пошел, после конь e7, конь e7, да. А теперь слон g5. Да, вот. Вот, значит, ну так, все равно, каждый ход снова как бы улучшает позицию. h6, это как-то избавляться от связки. h6, слон h4. Да, cd. Cd, g5, да. Слон f2. Да. b6, да. Нет, конь g6. Нет, конь g6, конь c3. b6, да. Ферзь e7. Или ферзь e7 пошел. Ферзь e7, слон c2. Слон c2. b6, слон e3. Слон e3. Ну, слон описал такую дугу, вернулся на e3. Ну, позиция подавляющая у белого, потому что понятно, что... Ну, слон c2 был важный ход, чтобы f5 там никогда не было, уже там конь g6 провисает. Вот. И белый просто готов к решающей атаке теперь, в принципе, как бы. Слон h6 там. Слон h6, ладья f2. Вот. Ну и здесь сегодня с горя ходит конь h8. Ну это уже... Ну да, тут h6, грозит ферзь h5 просто там, взять на g5, ходит конь h8, чтобы пойти f5. Вот. Ну, в общем, я здесь, естественно, уже чувствую, что надо сейчас жертвовать подряд все.
Потом, когда партию Макогонову показываю, Владимир Андреевич так смотрит. А нельзя, говорит, было сыграть H4. Всякий. А вот H4 нельзя. У меня такой голос был тонкий. Нельзя H4 было сыграть. Там сразу разваливаться. Без всяких жертв. На самом деле белые доминируют тотально просто вообще. Посмотреть на это. Ужас. Черные фигуры просто стоят. Разброс. Без номера 7 там. А здесь все собрано в кулак. Ну, мне очень кажется, я как не пойти сложно. А же ферзь H5 просто тут. Ферзь H5. F5 пошел сильно здесь. F5, кумбь G5, ладья F7. И предложил здесь ничью. На всякий случай, вдруг? На всякий случай. Не, ну как-то как-то укрепился как-то, значит, здесь. Да, вдруг молодой. Я считал, что отвечать не обязательно. Не обязательно. Не обязательно, потому что следующий ход был сломан F5. Отвечать было не обязательно, потому что наши просто проводят ладья бит F5, ладья F5, Еф, конь D5. Вот тут идет, накатывается все. Ферзь E8, ферзь H7 шах, король E8, взял на F5. Ну, на конь F7 теперь уже, тут, по-моему, конь E6, так и ферзь G6 сразу выигрывает. Вот, значит, поэтому король G8, ферзь H7, король F8. Здесь я, по-моему, ладья А3 сыграл. Ну, в общем, да. Или, ну, конь С7 тоже выигрывал. Ну, ладья А3. Ладья А3. Ну, конь С7 тоже выигрывал, естественно. И конь С7 выигрывал, и, наверное, и, я не знаю, тут все на выигрывал. Ну, конь С7, наверное, просто все выигрывал. Ну, да. Да, ладья А3 сыграл. Ну, пошел ладья С8 здесь. Ладья С8, да. Ладья F3. Ладья F3, конь F6. Вот. Здесь тоже все выиграл, но ход H2, H3 я... А вы к тому моменту уже достали фирменным знаком. Да, да, H3, значит, подготовили уход сюда. Да, значит. Ну, это тоже признак такой. Да, да, да. Ну, как бы, даже не считая вариант, H3 сыграем, дальше разберемся. Ферзь G6 пошел сильно здесь. Ладья бит F6. Слон F6. Конь E6 шах. И полный. Сеня развел так руками. Ходить больше некуда. Но это сохранилось до конца карьеры, да? То есть атака на короля, это все-таки вот... Нет, естественно, я просто так... Ваш многолетний тренер Дахаян во мне в интервью говорил, что когда вы увидели короля уже, что есть возможность атаки, прямо просыпалось вот... Ну да, ну просто это и стиль детский, как бы, и то, что... Алехин был как бы там любимым шахматистом, вот, как бы. Но на самом деле это не атака, там все-таки любой ценой. Для меня это не было как бы... Если это получается, то есть вот это должно логически вытекать из позиции. Другое дело, что мне удалось создавать позиции, в которых это носилось в воздухе все время. И если концентрация фигур как бы вот достигала какого-то уже критической массы, то тогда уже, конечно, все очень быстро. Разворачивалось все очень быстро. То есть если появилась возможность атаковать, вот, как бы вот перебрасывать до фигуры, то это я делал очень быстро. Вот многие партии, на самом деле, кончаются. Я даже там... показывал, так рисовать, вот, знаешь, вот линию. Вот, значит, вот король с этой стороны, значит, а фигуры с этой стороны. И когда я понимал, что на самом деле как бы вот там вокруг короля мало фигур, как бы, значит, вот, то, значит, это уже был индикатор, что надо что-то делать. Это как на самом деле как на поле сражения. Знаешь, там, у тебя может быть численный перевес, но они находятся не в той части позиции. Вот. И поэтому я там даже многие как для себя вещи определял, что, например, там, если конь на F5 стоит, например, при короле, там, это компенсация пешки. Пешка, это обычно стоит пешки. Кони на D6, E6, это вообще стоит качество уже. Там, на самом деле, как бы, расположение фигур вообще, оно меняет материальное соотношение. То есть вот это вот... То есть и появлялась своя какая-то философия шахмат? Да, на самом деле это, ну, я же ее как бы излагал в книге уже «Шахмат как модель жизни». Это что материал, время и качество. Material time quality, то, что я писал, значит, о том, что на самом деле же это постоянная трансформация. Трансформация материальных факторов, временные факторы, вот, и в качество. И вот понимание, как это все видоизменяется, на самом деле, это такая единая теория такого единого поля, что ли, в шахматах. А это и есть как бы признак мастерства. То есть, вот умение быстро как бы видоизменять одни преимущества в другие. Вот у тебя есть материал, но материал на самом деле это важный фактор. Понятный любому, самый простой. Как начинать все с материала. Любой начинающий знает, что такое материал. Временной фактор сложнее объяснить, потому что я жертвую там пешку, жертвую фигуру, чтобы получить атаку.
И это уже как бы второй уровень. А третий уровень – это качество. Потому что качество, факторы качества, они вообще, ну, они практически не систематизируются. То есть, понимаешь, ну вот ты не знаешь, какой сейчас вот фактор важнее. Есть там безопасность короля, хорошая пешеная структура, контроль за центральными полями, активность фигур. То есть, на самом деле, большое количество факторов есть, которые надо применять как бы к конкретной позиции. Потому что сам по себе фактор как бы вот качественного преимущества, он взятый как бы в отрыве от, скажем, того временного фактора, он может дать искаженную картину. Потому что, ну, понятно, вот есть какие-то долгосрочные качественные преимущества, а есть какие-то более там, краткосрочные. А может ли себе позволить играть на долгосрочные преимущества? Или сейчас, наоборот, надо, как говорится, быстро аккумулировать свои преимущества и что-то сделать немедленно. Вот эти моменты, на самом деле, переходные моменты в шахматной партии, вот это то, где, мне кажется, основная моя шахматная сила была. Я очень быстро понимал, что происходит. И вот здесь, как бы, вот, если возникали позиции, именно где был элемент дисбаланса был, вот здесь я думаю, превосходил всех шахматистов. Теперь возвращаюсь до Угафо. Значит, да. Я, значит, выигрываю палатник опять в плане 7, играю с Лео Альберт. Еще один индийский гроссмейстер. Снова Старандийская. Ну, с Лео было все понятно. Он играл всегда одну систему против Старандийского. Слон Е2, 2-0, слон Ж5. Это система Авербаха. Много работал, занимался там, естественно, этим. Ну, я ничего особенного не знал, как бы, ну, следовал теоретической какой-то рекомендации. Понятно, что все-таки мой уровень теоретических познаний уступал Левиным. Ну, здесь достаточно быстро такой форсированный вариант, как бы, с жертвой пешки. Вот этой конь c6, рокировка. Ну, здесь конь d4 делает ничью. Я так с Полугайским Бугойно сделал ничью. Там варианты, там кончается эндшпилем. Тогда они тоже анализировали все, но я потом доанализировал до ничьей потом все это. Но в тот момент, как бы, значит, появился такой модный ход ферзь a5. Показалось, что ход, в общем, это, значит, на a3, там, ладья d8, b4, взял ферзь a1, конь бьет e4, там какая-то красивая игра начинается. В общем, мне очень понравилось это как-то вот, значит. И я пошел ферзь a5, Лёва очень быстро пошел конь d2. Угу. Вот. В общем, я понимаю, что попал на заготовку. Вот, смотрю на позицию. Ну, пойдет, надо ходить ладья e d8, потому что ладья d8, как бы там еще под e5, подаем вообще там. Вот. Поле e8 до коня надо освободить. Хожу ладья. И интересно, ну, хоть конь b3, и здесь я стол, и здесь снова у меня вот весь вариант снова в голове просто проходит, вот то, что будет дальше, как бы, проходит автоматически ферзь b6, конь a4, ферзь b4, конь bc5, слон bc4, слон c4, ферзь c4, конь b7, конь бьет e4. Вот. Лёва играет быстро, потому что у него все это как бы записано было. А я играю быстро, потому что я уже вижу финальную позицию. Другое дело, я еще не знаю оценки окончать, но я понимаю, что это лучшее, что может быть здесь. Ладья c1, ферзь b5, конь d8, ладья d8. Значит, ну, связка. Белых единиц, ход ферзь c2. Это все я исполняю очень быстро, потому что как бы я посчитал, потратил там, я не знаю, сколько там, может, 20, там, 25 минут, но я уже все варианты посчитал. Конь d4, ферзь e4, шахная e2, взял на c1, ладья c1, ладья b6. Вот это я дохожу уже. Я уверен, что у меня не хуже. Ну, у белых лишняя пешка, но конь отрезан, у меня слон сильный. Вот, как бы, пешки тут что-то прослабленные, форточки нету. Все это в голове у меня складывается. И потом, как бы, комментарии Лёва Альберта вот рассказывают, что, в общем-то, он дошел до этого по анализу, считал, что у него лишняя пешка, значит, вот как он ход ферзь c2 подготовил здесь. Вот. Ну, говорит, пешка, ну, посмотрим, что будет. Как, ну, понятно, что его удивило, что там молодой парень так быстро все сосчитал. Ну, он считал, что риска-то никакого нету. Пешка-то у него лишняя есть. Ну, когда он пошел в ферзь c2, я так смотрю. Все-таки вот опять факторы. Он плохой, форточки нету, пешки какие-то слабые. Вот ферзь g5 сразу в голову приходит. Грозит ладья d2. Ну, тут он допускает решающую ошибку. Ладья d1. Сразу ладья d1, ферзь f5. Но он не ожидал всего этого, значит. Ну, дальше уже все, я взял, белый-черный выигрывает пешку здесь. Ну и дальше позиция объективно выигранная, потому что конь отрезан. И, в общем, без потерь белым не выкрутится. Все-таки слон против коня, с поля d4 вообще коня будем отрезать.
Вот. А дальше идет какая-то идет борьба, то есть там ферзь g1, по-моему, там был ход сделан, там ферзь c2, b3, ферзь бьет a2. Мне сейчас это ферзь a2, по-моему, да, по-моему, пошел. Да, ферзь a2 пошел я. Ферзь a2, да, ферзь a2 пошел. Конь c5. Да, ферзь один, ферзь c2, ферзь a2, конь c5. Все правильно. Ну, в общем, да, дальше как бы можно было по-разному выигрывать, но там интересно тоже, что значит, как бы я пошел, ну, опять, наверное, проще всего было выиграть. Я пошел, по-моему, ферзь c2 здесь, что ли, или ферзь d2. Ферзь d2, по-моему, пошел я здесь. После, да, ферзь d2. Ферзь d2. Не факт, что лучший ход. Ферзь c2 лучше. Да, ферзь d2. Ферзь b1. Ферзь b1, немножко здесь это самое как-то... Слон d4. Укрепился чуть-чуть, слон d4. Конь. d3 он конь пошел. d3, да. Конь d3. Ферзь e3. Ферзь e3. Всякий. Я не очень убедительно играю, надо сказать, эту позицию. Конь b4. Конь b4, да. Но здесь Лёва пытался как-то... H5 вы пошли. Упростить ситуацию. И, в общем, кончилось это для него. А, конь... Нет, ферзь d1 он пошел. Ферзь d1. А, ферзь d1, и тогда здесь теперь я пошел... А, да, вот я здесь начинаю от H4. Угу. Он пошел здесь конь c2. Да, конь c2 пошел, да. Вот. Ну, здесь как бы здесь... Я уже к этому как стремился, потому что я уже... Все посчитал. Ферзь d4, ферзь b1, шах. Да. Важно дать шах. Вернуть ферзь сюда, значит, ферзь c2. Взял. И здесь ферзь d1. Взял. Король g7. Ну, у Лёва, может, какие-то иллюзии были, что я... Не знаю. Чего-то не знаю. С шпилями все было хорошо. Там король f2, король f6, да? Король e3. Да. Король e5. h3 пошел здесь, да? Конь f3. Ой, король f3. Король f3, f5. Король e3, g5. Да. h3. h3, король d5. Ну, я просто знал, что делать. Король c5, угу. Король c3, g4. Белые не могут побить, поэтому они должны возвращаться. Тогда бьем. Ну, а дальше просто делаем треугольник. Вот как бы здесь так, значит, так. А, ну и, соответственно, король e5, король e1, король e4. Передача. Все сделал, там, я за 2 минуты, потому что как бы... Ну, а в этом интересная разница, будет. Кстати, вот мы сейчас тут анализировали же пешечные шпиля Ферруджи, ну, без сомнения, сейчас самый там... Да. Он не знает просто ничего. Ну, как? Да, нет, ну, у него... Да. Он не знает это ничего там в 18 лет, а вы это знали в 14. Но я это знал не в 14, я знал, наверное, тоже там 8 или 9 лет просто. А он при всем объеме информации, который сейчас есть, он просто каждый эндшпиль такой возникает? Многие вещи я как бы знал с 8-9 лет. На самом деле это школа была. Треугольник. Ну, это книжка Майзелес, я как-то упоминал. Там уже это будет треугольник. То есть на самом деле с этого начинаются. Какие-то вещи просто были необходимы. Это базовые познания были. Информаторов просто не было, как бы компьютеров не было, поэтому там дебютом не занимались так. Поэтому базовые вещи в эндшпиле уже знали точно просто. Там, куда ладью ставить там, в эндшпиле, как-то правила оппозиции, ты понимаешь, там треугольника писать. То есть такие вещи, как бы, они запечатывались как бы, уже в основную память как бы, шахматную. Поэтому как бы, делалось все очень быстро. В общем, выигрываю я эту партию, я первый, лидер. Вот. Ну, правда, борьба продолжается. Там, значит, как-то. Игорь Иванов там, значит, на пятки наступает, он проиграл 2 партии первых, 6 партий выиграл. Мы играем в 9-м туре. В общем, сложная партия такая, как бы, в общем, ну, близок я был к победе, но все-таки не выиграл. Сохранил, правда, лидерство. И последние 4 тура перспективная была победа с Копенгутом, кстати, у меня вот с Аликом, значит... Будущий тренер Борис Сергеев. Да. Ну, я с ним уже играл в Минске. Вот я у него выиграл тогда. Вот тоже, кстати, как бы, естественно, очень сильный мастер, теоретик был. Имел перевес, но выпустил там, какой-то шанс был на победу. С Купренчиком тоже перевес был, не получилось. Последним туре с Сашковским. Он уже выходит в первую лигу, ему надо, почему он предлагает ничью белыми, как бы быстро. А, ну, играть с Сашковским на выигрыш с черными тоже странно. И я оказываюсь в ситуации, когда, значит, я вот делаю ничью, у меня мои +5, у Иванова тоже +5, и он играет с Лернером. И там такая ситуация, как бы, она для меня очень неприятная, потому что ничья не устраивает ни того, ни другого. Иванову, чтобы выйти выше, надо выиграть, а Лернову, чтобы выйти в первую, тоже надо выиграть. В итоге получилось ничья. В итоге получилось ничья, но по Бугульцу я там идеально Бугульцами после я взял 1-е место. Ну и такое вот тоже даже для нас было сюрпризом. Там Никитин с мамой были тоже. 1-е место. Высшую лигу вообще, да. Но потом понятно, что по игре, на самом деле, что тут как бы уже я играю с элитными гроссмейстерами, и, в общем, там люди со мной белыми
готовы уйти на ничью просто, да, вот как бы, потому что начинают реально бояться. Потому что, ну, видно же, напор, когда инициатива в руках, это, в общем, там не удержаться. А когда заканчивается там закрытие, там все, значит, они там все расходятся, и, значит, там нет автобусов из участников, вот мы заходим с мамой, и там уже забит автобус, в принципе, ну, в общем, надо выходить, и Гуфель там где-то там с середины автобуса: ну что, мама, нам с вами больше не по пути. Хороший юмор, да-да-да. Все, нам с вами больше не... Да, все, значит, вот. И это лето 78-го, высшая лига. Значит, надо к этому серьезно готовиться. Снова Тбилиси, дворец шахмат, на этот раз играть на сцене надо уже. Ну, там уже серьезная подготовка, конечно. Там уже Никитин и Шакаров приезжаем, с мамой все приезжаем, все, значит, как бы готовимся основательно. Вот. Ну, чего ждать? Финал первенства Советского Союза. Мне 15 лет. В общем-то, да, рекорд на тот момент. Кстати, по-моему, сейчас, по-моему, тоже, я не знаю. Да, я думаю, высшая лига. Ну, там все вот люди из легенды. Все там от Таля до Геллера. Понимаешь, вот в первом туре Ефим Петрович Геллер. Ему 53, мне 15 вообще. Знаешь, как бы первая партия все-таки на сцене, как бы, вот испытания. Я снова сыграл там каракан, как бы, ну, устоял. Устоял, причем даже в конце уже там казалось, что даже могу перехватить в эндшпиле. Вот. И к жуткому неудовольствию Геллера я отказался от ничьей. Просто, значит, да, ну, на самом деле у него остается там, как всегда, там пара минут, ему надо сделать правильный ход один. Ну, пусть сделает правильный ход в конце концов. Будет еще, да? Да, потом будет. Вот, в общем, он страшно разозлился. Как это вообще тут вот, ну, ничья. Во втором туре играл с Багировым. Значит. Багиров, он тоже попал в высшую лигу, прям, по-моему, уже стал, по-моему, выполнил гроссмейстерскую норму. Вот. Ну, в общем, Владимир Константинович уже готовился к отъезду из Баку, понимая, что в Баку уже как бы он не главный, значит, к отъезду в Ригу, то есть он планировал, у него были... Ну, понимая, что вопрос как бы его доминации в городе, он как бы заканчивается. Ну, потому что, ну, я иду вверх. Мы играем во втором туре. Он уже сыграл каракан. Там, значит, и там момент. Я могу пожертвовать фигуру. Я вижу, что перспективная жертва фигуры. Я вот смотрю на нее. Ну, кстати, машина подтверждает, что там, скорее всего, равная позиция. Но так, именно так и надо играть. Я вот думаю, в общем, да. Значит, в общем, в итоге... Не пожертвовал, делаю там не длинную рокировку, соответственно, там, как короткую, там, как бы, ну, в общем, Таль был... Как там можно на Е6 не побить там просто? И потом считаю, да? Естественно, да, значит, вот. В третьем туре ничья с Макарычем быстрая, причем Макарыч был доволен страшно, значит, что сделал ничью, значит, да, как бы, да, на всякий случай. А в четвертом Лев Абрамович, вот. Уже Полугаевский уже, просто уже там претендент вообще, как бы, значит, это не просто гроссмейстер, а это там гроссмейстер с первого... Ну, это элита мировая уже. Ну, с первого десятка с гроссмейстером. Значит, я играю Е4, значит, С5. Ну, тут, значит, решил меня Лев Абрамович немножко это самое... проучить, да? Ну, как бы сбить с толку, сыграл Е6. Я дождал, конечно, каких-нибудь там найдерфов, там, что-то, к чему-то готовился, естественно, Е6, D4... Значит, А6, конь С3, ферзь С7, да, по-моему, был? Да, ферзь С7, Е2, Б5, рокировка, слон Б7. Вот. Значит, здесь на самом деле... Там после Б5 слон Ф3. Я пошел слон Ф3, вот. Да. Плохого слона Ф3 делал. Вот. Да. На самом деле, надо делать рокировку здесь, потому что... Ну, Б4 здесь такой ход есть, как бы, но это потом со мной там, по-моему, Топалов, у нас будет матч в Рапиде в 98 году, он будет играть Б4, конь С4, слон Б7, это С3, но там я... инициативу получу сильную. А после слон Б7 очень сильно ладья Е1. Это потом я сам до этого додумался. И мы потом с Адарьяном обсуждали это, с которым я там наладил после 79 года отношения такие творческие. Ладья Е1 на Б4, конь Д5 очень сильная. То есть как бы правильно. Вот. Вот, то есть слона не надо определять здесь. Вот. Надо ходить ладья Е1. Правильный ходить будет конь С6, конь С6, ДЦ. ДЦ. И здесь надо ходить Е5. И, в общем, у белых здесь у белых лучше, хотя позиция такая, это перевес носит не столь очевидный характер. Я играл, по-моему, это
с китайцем, с Е вот в рапиде. Угу. У меня было, но, в общем, перевес есть, но не неопределенное читание. Да. Хотелось бы, конечно, иметь более что-то энергичное белое. Но так как бы так складывается теория, в принципе. 0-0, конь С6. Да, значит, я пошел до слона F3, слон B7, 0-0, конь С6. Значит, я побил на С6. И он бьет ДЦ. Да. Ну и здесь я задумываюсь. Смотрю на позицию, ну как-то мне она не нравится. Как-то если сейчас черные там слоном выйдут, там как-то вообще, ну как-то все это стоит неправильно. Ну что, G3 ходить как-то все. Надо в шахматы играть. Пошла же. Пошла. E5. Ну, в конце концов. 35 минут, да. Живем одного. Да. Ну, Лёва, если пешку сожрал, естественно. Да. Ферзь E5, ладья E1. Угу. Ферзь C7. Уходит назад. Уход ферзь D6, но этого там под удары попадает он немного, значит, как будто он. Ферзь C7. Слон H5. Это куда мы? На E6 нападаем. На пешку, нападаем. Слон H5. Тут я понимаю, что начинает нервничать Лев Абрамович. Mm-hmm. Такое ощущение, что вот как-то вот... Значит, ну вот, тем не менее, ход, видимо, сильнейший дело. Слон Е7 здесь. Слон Е7, потому что на G6, ферзь D4 я нападаю. Слон Е7. Вот забит Е6. Все равно. Да, все равно Е6. G6. Здесь я, по-моему, не туда пошел ладьей, да, если не ошибаюсь? Ладья Е1, да. А надо бы уходить, по-моему, на Е4. Да. Надо бы уходить на Е4, чтобы слон в 4 иметь идею. Вот. Надо бы уходить. Ладья, надо было сюда пойти. Вот. И тут вроде компенсации достаточно. Я пошел ладья Е1. Половецкий думает, и ходит ладья Д8. Вот. Жаша прорыгала. Ну, просто надо было забрать фигуру. Ну, да. Я хотел бы ферзь Д4, Ф6, ферзь Д1. Ну, да. Все-таки, наверное, отбивается черный здесь. Фигура остается лишняя. Да. Вот. Да. Король Ф8. Да, отражали атаку. Король Ф8. Вот. Потом, когда мы анализировали... Ну, Полуэйс пошел ладья D8 здесь. Когда мы анализировали партию, Гуфель снова там. Лёва говорит, здесь же так, потом так. Гуфель посмотрел, говорит, и это я слышу от автора варианта Полугаевского. У тебя там король стоит. Ты чего боишься? У меня так и нет фигуры. Вот. Но Полугаевский все-таки был очень осторожен, и как бы здесь позиция не проработанная. Атака какая-то. Но он решил как бы попроще, значит, в эндшпиль перейти. Вот ферзь F3, теперь C5. Да. Да. Ну, тут слон F4, не успевает пойти. Он ходит ферзь B6, ферзь G3, GH, слон C7, да. Ферзь G6, слон взял D8, ферзь взял G3, HG, король взял D8, ладья D1 шах, король C7, конь D5 шах, конь D5, ладья D5. Угу. Вот. А белый... Ну, в общем, H6 пошел у Лёва, если не ошибаюсь. H6, H6 ладья. H6, да. H6 ладья. H6 ладья H5. Ладья H7, ладья H7, да. Ну, боится такой динамического равновесия. Ну, у черных там минимальный материальный перевес все-таки там, как бы, ну, можно считать, вот, учитывая, что ладья на доске. Но, с другой стороны, пешки слабые, как бы, белый ладья активный. Вот. И, значит, я пошел ладья E5, по-моему, здесь, да? Ладья E5. А... Да. Король H5. Ладья... Король D7. Король D7, ладья D1 шах, да? Не, ладья E3. Ладья 5 E3. Ладья 5 E3, да. Ладья G7. Ну, ладья D3 шах. Угу. Шах. Король C7. Ладья E3. Ладья A3. Ладья A3, ладья G6, ладья F3. Да. Ну, я, в общем, считаю, что надо... Ну, что, ничего надо делать, в конце концов. Ну, нападаем на все слабые пешки. Угу. Вот. А предложили ничего ему, да? Естественно. А он? Он не ответил. Не ответил. Он не ответил. Он не ответил, он пошел... Слон F6. Да. Вот, ход плохой. Можно, в общем, черные... Основания играть на выигрыш черных нету, потому что пешки слабые уже. Угу. Понятно, что если они консолидируются, у них будет лучше, но какая консолидация тут? Нет, там было слон C3. Слон F6, C3. Это хороший ход. Слон F6 пока C3, да. Слон пока C3, вот. Да. C3 сделать. Король D7, король ладья D3 шах. Ладья D3 шах, король C7. Да, король C7 и ладья E8. Ладья E8. Да. Вот теперь, в принципе, белые ладьи залезли сюда уже, как бы черные реально ничего не получили, как бы никакой, ну, никаких плюсов. В общем, да, конь E7, да, там, по-моему, был? Да, конь E7, грубая ошибка. Вроде бы. Ну, тут надо было слон E7 ходить, видимо, да?
Тут уж да. Слон Е7 был единственный ход. Он еще держал позицию. Вот. Ну, а что делать? Как-то закрывать ладья надо было. Потому что конь Е7. Ладья Д8. Ладья ЕД8. Да. ЕД8. Конь С6. Пошел, да, здесь? Да, ладья 8, Д7. Ладья Е7. Король Б6. Ладья Ф7 взял просто. Забрали пешку, еще белый. Вот. Слон Е7 теперь пошел, да? Да, слон Е3. Ладья Е3. Ну, только ладья Е3. Ладья 3, в смысле, ладья 3. Да. Слон Д6. Да, слон Д6. Ф4. Ф4. С4 тут уже с горя. Ну, слон С5 хочет пойти, я понял. Король H2. Белых выигранная позиция, объективно. Но, правда, я создал себе проблемы. Слон С5, да, он пошел. Ладья Е2. Б4. Здесь ладья Е4, я еще отметил. Вот четенько так все. Ну, забираем. Да. БЦ-БЦ. Да, БЦ-БЦ. И слон Ф2. На Ж3 он забирает, да? Ладья С4, слон Ж3. Король Ж3. Здесь какая-то была у него последняя возможность как-то сопротивляться, по-моему, слону пойти надо было, правильно. Е1. Да, Е4. Но это уже доигрывание. Нет, вот, да, слон Е1, да, вот здесь секундочку. Слон Е1, да, и здесь А4. Но это мы уже посмотрели, что А4, важная, как говорится, важная идея, А4 ход. И здесь что-то вот... Конь А5 он пошел. Да, здесь... Ну, везде плохо. Да, здесь, да. Конь А5, ладья Б4 шах, да. Здесь он подставил коня. Я уверен, что подставил здесь, как говорится... Не могу гарантировать. Полуспециально, да? Специально, естественно, не хотел. Но он знал, что пальцы проиграны совершенно. Mm-hmm. Просто и агония. Пусть король С6 была бы просто долгая агония. Uh-huh. Вот. Пошел король С5, я пошел ладья в 5 шах, он схватился за голову. Как говорится, да, да, то да, есть, да, типа, да, все было нормально, да, но все было да, фигуру, да? Да, да, зимнул фигуру, да. Да, вот так. Ну, это, победа такая была большая все-таки. Знаковая партия, да. Естественно, все-таки выиграть у Полугаевского. Причем во всех стадиях уже борьба была, в общем. Он хотел победить, в общем, ну, вдохновляющая партия была. Потом там ничья с Тукмаковым, который тоже, скажем, белыми не проявил никаких поползновений к активности, был доволен ничьей тоже. Вот. А в шестом туре выиграл Кузьмина. Снова, кстати, вариант, который с дончика d5 играл, я закрыл позицию, очень, очень хорошо позиционная партия такая, аккуратная. Вот. После шести туров у меня плюс два. Просто дела. Общем, да? Просто дела. Плюс два, в общем. Я смотрю по сторонам вообще, ну, то, может, они замахнутся ли нам вообще там, знаешь, как бы на и на медали уже, ну, здесь. Да. Дальше начинается, конечно... Холодный душ. Да, холодный душ. Значит, в седьмом туре я играю с Тимощенко. Там, по-моему, вот два мастера. Будущий, он и я. Будущий, да, секундант, да, да. Там Слянская с С3 как-то я, в общем, как-то очень странно играю. Опять вот супероптимизм какой-то был, значит... Получаю позицию плохую по дебюту, потом как, может быть, как-то выправляется, но все, ну, в общем, откладывает позицию совершенно безнадежно. Восьмую долю играю с Георгадзе. Его включают как хозяина поля. А, в общем, говорят, он успешно, на турнир жизни играет. В итоге там, по-моему, он разделит третье-четвертое uh-huh. место с Полугаевским в турнире. А, у меня явно возможность перевес по дебюту получить, вот такой хороший, да, вот ферзем гамбитом пускаю возможности. И, в итоге, в общем, все как бы прощается. Ничья. В девятом с Рузуаевым партия в Шевенгене. В общем, Юрий Сергеевич уверенно провел такую инициативу, захватил. Я был как бы вот еще до конца к шевенгенским построениям. То есть играл их, но еще все-таки угу. того опыта, который позволил потом с Карповым играть их уверенно, угу. со всеми другими еще не было. В общем, 9 туров проходит, 50%. Опять 50%. Ну, я все равно вот, хочу бороться дальше. В 10-м туре с Белявским играю. Вот. Но он уж таки в тот момент уже был тоже один из ведущих гроссмейстеров. Там, делил с Сталин первое место. В общем, тоже элитный гроссмейстер. Хотя он там близок был к уравнению, но, в общем, в итоге все равно Эншпиль. Большой перевес у меня. Вот я все-таки. И откладывается партия. Объективно выигранная позиция. Снова плюс один. В следующем туре играет Гулько, а он... Гулько и Дорфман разделили первое место за год до этого в чемпионате uh-huh. Советского Союза. Полностью переиграл Борис uh-huh. Францевич. Значит, партия откладывается, у меня объективно выигранная позиция.
Ничего себе, вторая отложенная, плюс два уже. Снова. Uh-huh. В следующем туре с Михальчишином играли. Стрелянка очень агрессивная. Там тут мы с Магерамом смотрели это все. Вот, он не лучшим образом сыграл. Захватывал инициативу черными. Выигранная позиция. Выигранная в дым позиция. Просто в дым позиция выигранная. Я, значит, плюс три, значит, я начинаю думать уже, ну все. Ёлки, ничего себе, там, значит, так, там, финиш такой, значит, так вообще, тут уже сейчас, ну так беда ли здесь, сыграем уже, сейчас мы тут поборемся. И начинается такое просто, ну там, если сейчас с компьютером, там, и там из минус три для забелых позиций, там, переходит к откладыванию в плюс пять. То есть просто расслабился, потерял концентрацию? Начинаю просто там что-то нести, что-то невероятное просто. Позиция выиграна как угодно просто, я говорю. Mm-hmm. И главное, что у него флаг там стоит просто флаг, ему надо mm-hmm. делать быстрый ход, а у меня времени сколько угодно. Могу mm-hmm. пойти там, я не знаю, там, погулять вообще просто. Да, ну, кофе тогда не пил, просто могу выйти погулять можно. Вот. В общем, что-то ужасное просто. Значит, я разваливаюсь в этой партии, значит, полностью, значит. А партия откладывается, третья отложена, но совершенно безнадежно. Я, конечно, в шоке. Значит. Следующий день доигрывание. Значит. Я с Гулько уже играю. Играю очень плохо доигрывание. Ничья. Выигранная позиция. Mm-hmm. Это дальше я. Причем даже без особых попыток выиграть. Он с Михальчишиным партия. Ну и тут я просто как бы уже надо там, сдаваться надо просто. Я там сижу, так у меня время есть. Значит, mm-hmm. и думаю, значит, мне Никита сказал, значит, слушай, тебе не надо сейчас с Беляским играть. Потому что третья с Беляским. Она выигранная позиция, но ты сейчас в таком состоянии, что дотяни, пока останется, ну, времени мало останется, значит, и тогда тебе ее перенесут потом. Mm-hmm. Не очень спортивно, но, с другой стороны, что-то переделать. Да. Я сижу и думаю, как бы, вот, значит, позиция безнадежная, там, ферзевый, там, с двумя лишними пешками. Вот, в общем, дотянул я до вкладывания, значит, сдался, значит, ушел в минус неожиданно, вот. Ну, правда, с Белявским партия сохраняется, mm-hmm. как в активе. Вот, потом Белявский сдаст ее без доигрывания, потому что, mm-hmm. позиция была проиграна, слом против коня в эндшпиле, и, как бы, у меня король там забирает mm-hmm. его пешки на ферзевом фланге. Четыре тура до конца достается. Нет, 5 туров остается, 13. Угу. В 13 туре я играю с Йоси Дорфманом. Тоже, кстати, он поделил с Гулько. Вот, значит, белыми, значит, там он... я ничего не получил по дебюту в испанке, он им предлагает ничью. Отказываюсь. И начинаю там G4 там играть там. Не выдерживает напряжение. Опытный гроссмейстер. Я снова в плюс выхожу. Угу. Начинаю здесь. Плюс один. Снова в плюс один. Угу. Как бы на финиш. Партия с Свешниковым, Каракан, ну, там получилась атака Панова, атака переход вот в этот, в фактически такой, ну, типа, улучшенный Тарош, но он там начинает игру без рокировки, там H4, очень, очень такая позиция сложная. Остается у нас там минут по 30 с чем-то. Сделано по 25 ходов, наверное, не больше. Крайне сложная ситуация. И тут в зале гаснет свет. На самом деле, там в районе погас свет, uh-huh. в принципе, значит, да. Я что-то сижу, смотрю на позицию, вот. И, значит, думаю, я ему предлагаю ничью. В темноте предлагаю ничью. Потом свет зажигается, я что-то смотрю, думаю, зачем? Сложная позиция такая, как бы, вот. Свежий начинает думать, очень основательно думать начинает. Причем все понятно уже, что думать... Когда у него остается там меньше 10 минут, он соглашается. Начинает интенсивно думает так. Да, потом говорит, да, вот времени очень мало осталось. Вот, значит. Я думаю, что же такое? Естественно, Женя начинает доказывать, потому что у него там выиграно было, конечно. Но, тем не менее, согласился ничем. Вот. После этой партии целый плюс один играю с Романишиным. О, ну еще один летний гроссмейстер. Да. Вот, да. В общем, довольно быстро получаю выигранную позицию с лишним качеством. Просто выигранная позиция, лишнее качество. Uh-huh. Пусть никаких... И начинается там просто... Просто белых лишнее качество. Как бы тут никаких там реальных там угроз, ничего uh-huh. у черных нету. И опять что-то... Не хватало сил, наверное, не хватало, да? И партия кончается ничью просто. Просто, значит, причем в конце даже в конце у меня перевес уже. Никита говорит, что ты не откладываешь партию? Я говорю, я уже не могу играть. Просто uh-huh. качество лишнее все равно. Уже не выигранное. Просто большой перевес. Ну, что ты партию не, что, положить не можешь, что ли, говорит? Просто, uh-huh. как бы...
В общем, да. А в 16-м я уже с Сашковским, который на подъеме находится, в принципе. Как бы. Каракам, очень плохую идею, что-то мне в голову пришла какая-то идея, пойти сразу проигрывающую партию. В общем, проиграл без всякой борьбы Сашковскому. Uh-huh. В итоге полтинник, в последнем туре с Талем играть. Ну, Талю нужна ничья, чтобы гарантировать первое место, а мне нужна ничья, чтобы остаться выше лиги, да? Да, выше лиги, потому что я остаюсь с полтинником. Вот, значит, ну, естественно, быструю ничью делаем. Я набираю 50% и остаюсь выше лиги. Ну, в общем, такая задача и ставилась. Это да. Задача была как бы с самого начала как бы... Просто по ходу турнира появились какие-то... Ну, естественно. Уже, да. Но при том, что даже вылететь в первую лигу было нормально. Точно, потому что главное, чтобы в отбор не вернуться сразу. Ну, да. Значит, занять, не занять два последних места. Вот, девятое место, высшая лига, как бы это идеально. Ботвинник был очень доволен. Uh-huh. Вот. Быстро ничего с Талем сделали. А потом, значит, как бы, там, ну, там, Таль ждал итога партии Цашковского, как бы... Ну, тогда все равно дележ первого места, но медали давали золотые. И мы пошли в блиц играть. Uh-huh. Вот партии блица, вот тогда Никитин записал их все. Значит, вот. Чем интересно, значит, мы играли в блиц, и там пришел Рошаль. И... Человек Карпова. Естественно, да. И должен был, значит, смотреть за всем этим. Мы сыграли 14 партий, вот как бы 7-7. Значит, блиц. Настоящий матч был такой, причем, uh-huh. причем такой был полярный матч был. Я проиграл первые 3 партии. Вот. Потом выиграл следующие 4. В общем, в итоге кончилось 7-7 у нас. Значит, по 5 побед и 4 ничьи было, значит, у нас вот близ был. Но все равно, в общем, я опять почувствовал себя на уровне. На уровне. Все-таки мы с Талем играли. Как бы, знаешь, не с кем-то. Вот. И в СССР уже, как бы, понятно, репутация установилась. Теперь надо заработать международную репутацию. Потому что ситуация как бы такая, ну, на сегодняшний день такое невозможно, а тогда проблема в том, что там рейтинга нету, потому что советские рейтинги, ну, тогда же разные, еще была и советская система была, в принципе. Ну, а набрать рейтинг ELO здесь трудно, потому что как бы зазор между турнирами международными, где рейтинг набирается, советскими. Но международного рейтинга у меня нету. Это все советские турниры. То есть я там играю уже там за 2500 далеко, а международного рейтинга у меня нет. Надо куда-то ехать, вот, в принципе, значит. И тут Ботвинник начинает снова как активность какую-то, чтобы добиться того, чтобы я куда-то мог поехать. Появляется турнир, значит, в Югославии, Баня Лука, вот. И это весна, начало апреля 79 года, вот. И я туда выезжаю, естественно, ни маму, ни кисть не берут, но мне повезло. Да, едет Тигран Мартанович Петросян.